Вопрос строительства Монгольской ГЭС самый актуальный. В год экологии, пожалуй, один из самых неясных. За 10 уже прошедших консультаций монгольская сторона ни разу не могла внятно ответить ни на один из вопросов. Однако сегодня подготовилась основательно и приехала с широким составом экспертов. Энергетики, чиновники министерства, главе с координатором проекта МИНИС. И, как подчеркнул министр природных ресурсов Бурятии, вопрос по-прежнему остается острым. Республика уже 22 года находится в так называемом маловодном периоде. Вы знаете, что вопрос строительства гидроэлектростанции на территории Монголии нас не может не беспокоить, поскольку на наших глазах все последствия маловодного периода мы можем видеть своими глазами. Это и понижение уровня озера Байкал, это и эвтрофикация озера, это и исчезновение воды в колодцах и в скважинах у местного населения. Обеими сторонами проведение общественных консультаций было признано состоявшимся на высоком уровне в соответствии с законодательством Российской Федерации. Несмотря на такие радужные настроения министра, дальше долгожданное финальное совещание обернулось скандальными откровениями. Так, монгольская сторона упрекнула экологические организации Бурятии в некомпетентности, а население, по их мнению, имеет ложные представления о ситуации в целом. Население тоже не познакомилось с вариантом технического задания на АВОС и СП, и, конечно, не имел никакого представления. А наоборот, имеют ложные и сомнительные представления, которыми его снабдили далеко не профессиональные общественные экологические организации. У них было преимущество в том, что у них такой же родной язык, как у населения, и то, что они хорошо знают, как завоевать у населения доверие, используя открытость, широкодушие, эмоциональность русского человека. Учтите, что эти преимущества они могут использовать не только против нас, но и против собственной страны. Если бы не работала общественная организация наша с населением, то, к сожалению, наше население вообще бы вас не стало слушать. То есть у населения было абсолютно отрицательное отношение к этим проектам. Это связано и с тем, я, допустим, считаю, что абсолютно недопустимо предоставление населению материалов вот в таком виде. То есть это абсолютно непонятно, что здесь написано. Люди разбираться в этом в мелком шрифте в полоску они, естественно, не будут. Поэтому это вполне, я думаю, что вина группы МИНИС, которая некачественно подготовила материал. Формат общественных консультаций, он позволяет любому жителю Республики Бурятия прийти и высказать собственное мнение. Мнение общественной организации – это никоим образом не мнение правительства Республики Бурятия, тем более правительства Российской Федерации. Ну уж кто что сказал, то уж тот и сказал. Напомню, по закону Россия не имеет права запрещать монгольской стороне любые исследования или строительство объектов. Но по политике Всемирного банка право на это имеют коренные народы, которых напрямую коснутся все последствия строительства ГЭС. При этом монголы признают, в тех заданиях учтены интересы жителей. Но на деле спросить мнение их самих соседнее государство не намеревалось. Предлагается и дальше изучать вопрос. Я бы хотел подтвердить, что детальное исследование всех возможных вариантов использования как подземных, так и поверхностных вод в Южно-Габийском регионе были сделаны, в результате которого было установлено, что этот вариант, вариант, который предусмотрен техническим заданием, является наиболее технически осуществимым. Между тем, речь идет не только об экологической опасности от строительства ГЭС. Здесь и есть прямой экономический интерес. По словам депутатов, в результате может ухудшиться общее экономическое состояние Бурятии и жителей районов. Монголия стоит на первом месте по величине государственного долга. И эти проекты по гидроэнергетике, по водоснабжению, они очень тяжелые в финансовом отношении. Понятно, что здесь предлагает помощь Всемирный банк. Мы Всемирный банк уважаем, это институт развития, но Всемирный банк тоже не дает деньги просто так даром. И стоит ли потом усугублять положение, это, конечно, суверенное право. Байкал – это наше общее достояние, и Монголия тоже должна вносить вклад в его сохранение.
В свою очередь, монгольская сторона будет продолжать исследовать последствия ущерба объектов, а также рассмотрит альтернативные варианты еще раз, при этом допуская возможность отрицательного результата по проекту Шурен. В любом случае, в течение 30 дней у самих жителей республики есть время представить свои замечания и предложения, если они с чем-то не согласны. Наталья Китаева, Вячеслав Батоев, телекомпания АТВ.